почетным членом Международного общества памяти Наполеона. И меня признали реинкарнацией. Почему-то там, в Канаде, во Франции это признают и знают. Все подтвердилось, все вот эти вот испытания, которые я прошел. И я помню все, что делал. Почему мне не дали слово выступить и рассказать? А какой-то бред несут обо мне. Почему? Вот я уже с 2000 года являюсь почетным членом. В инвайдер все подтверждено. И что меня отравили там на Святой Елене мочевиком. Все это подтверждалось. Что смешного? У нас в России, азиатской стране, не могут признать это. Во всем мире это уже признано. Вот я прибыл как член и не могу никак одну минуту у вас занять, чтобы сказать об этой сенсации. Расписываюсь так же, все помню. Почек тоже, тоже генерал-полковник в этой жизни, как и прошлый был. Кандидат, доктор военных наук, чего еще надо? Почему мне как члену не дали выступить? Спасибо за это. Я книгу написал, подарил французским друзьям и вообще спасибо знаю. Можно, пожалуйста, прежде. Здравствуйте. Каждый выступающий записался и имел право записаться. Я и сегодня вот Потому что у вас Потому что у вас